Назовите какую-нибудь песню современную, спою. Сансарова. Звезда по имени Солнце. Нелега, любимка можно? Еще одной темной ночью каждый твой дом. Я взлетаю, как ракета, для меня здесь оплодрямо. Пусть стреляют между нами по льбам. А может, оставишь инструкцию? Вам попадаешь в сердце, оставь. Согласна, я попросил вас прекратить. Во-первых, встаньте, пожалуйста. Если мы придем, а наших одежд может и не быть. Дорогие друзья, всем большой привет. Меня зовут Раиль Арсланов. Это «Хижина музыканта». Не забывайте, «Хижина» — ваш дом. Всегда рад видеть вас на моем канале. Это новый выпуск. Гитарист поет любую песню, в этот раз уже в торговом центре. Такого у нас еще не было. Мега сложный контент, мега интересный. Все, что от вас требуется, это поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. Идем к миллиону подписчиков. До Нового года! Так что пожелайте успехов. Погнали! Здрасте. Здесь только женская одежда, что ли, продается? Нет, все мужская, в начале зала. Да? Да. А, ну мы смотрим, вы что-то скучаете одна. А, назовите какую-нибудь песню, я вам спою, и мирно вон туда уйду. А вы знаете «Скриптонита»? Ну, знаю. Ту самую? Да. Вот это? Ну, «Любовь»? Я опять по районе потерял себя в одном из дворов. Ты опять мне трезвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров. Среди тех пацанов, барыг и буков, машин, мусоров. Я пообещал бросить дуть и пить, ведь это любовь. Руки в петли, руки прямо как узлы, руки на замок. Руки в петли, губы об твои губы, глаза в потолок. Я снова в дверях, руки врозь, прости, что валюсь с ног. Я снова пообещал все, что смог, ведь это любовь. Еще одной темной ночью каждый твой вдох и каждый твой выдох кричит об одном. Еще одним холодным утром руки без слов кричат об одном. Это любовь, кричат об одном. Это любовь. Классно, спасибо. Спасибо за хороший выбор. Хорошего дня. Вам тоже, спасибо. Хижина музыканта. Привет. Ходим по отделам, поем разные песни, пока никого нет. Вот, решили развлечь и вас. Назовите какую-нибудь песню современную, спою. Как делать? Написано прям нельзя, чтобы гитарист пришел и спел вам песню? Ну, типа... Назовите современную, которую вот вы как слушаете сейчас. Да-да, вот, песни. Ну, типа, пиар все равно вашей компании. Да, я думаю, русские, они будут рады. Русских, там, любимку, вот все вот это. Давайте «Макса Коржали». Не, нужно конкретно. Лучше конкретно. Ну, конкретно назови, просто спою. Ну, назови, все же. Мотылек. «Жить в кайф»? В Меге только поют «Жить в кайф», пока. Да. Боже, как хотел я увидеть свет, и как ты считал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце и тогда себе сказал: я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф. Главная обстановочка. Спасибо, спасибо за выбор. До свидания. А что песня? Песню можно загадать, мы вам споем. Мы настроение поднимаем вам. Да, новогоднюю. Да. Современную. Вот и супер, хорошая реакция сразу. Русские песни слушаешь же, да? Да, ну. Да. Спасибо большое. Приятно. Мы вас отметим. Спасибо. Благодарю. Положись сперва. Лицо знакомое у вас. У меня? Да. Ну, по-любому уж. Не просто так же хожу. Увеличиваю узнаваемость. Ну да, на Ютубе у меня сейчас 900 тысяч подписчиков. Вот. Мы поднимаем канал свой. Вот. Назовите песню. Любимку можно? Нет, кстати, только-только начинаю. Я устал юность играть, юность вечно доказывает. Нет, любимку лучше. Да.
Я просто трачу свой прайм на тебя, 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 тебя. Время пострелять между нами пальпа-па-па-па-па-па. Падаешь сердце, остаешься там. Я просто трачу себя, я просто трачу себя, всего себя на тебя. Хороший выбор. Спасибо. Спасибо. Хижина музыканта. Блин, такие классные девчонки встретились в торговом центре. Как ни крути, гитара помогает сближаться с людьми. Если и ты потихонечку хочешь начать осваивать гитару, но делать это без напряга, посоветую тебе приложение для гитаристов Team Bro. Сегодня я хочу разучить мелодию «Лебединое озеро» Чайковского. Но чтобы сыграть мелодию, нам даются еще несколько упражнений, которые подведут тебя к исполнению этой мелодии. Поэтому попробуем поиграть. И, собственно, сама мелодия. Мелодию разучил, советую вам попробовать, ссылочка будет в описании. Ну а мы возвращаемся в торговый центр. Ребята, отвлеку вас на минуточку, хорошо? Мы записываем видосик, называете какую-нибудь песню, я ее пою и все, в принципе. Поднимаем настроение людям, так сказать, современные. Да? Нет. Что слушаете современные какие? Русские только, не иностранные. Но. Долгий разговор. Да, давайте вот так покажу. Можешь пролистать. Ну вот вторую и третью могу, если хочешь. Да, без гитары. Как называется? Лейт. Лейт? Була, да? Була-була. Я взлетаю, как ракета, для меня вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздет. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. Я взлетаю, как ракета, для меня вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздет. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. Нормально? Чуть не взорвался. Воздуха не хватает в этой песне. Спасибо, давайте. Пока. Раид, что нужно сделать, чтобы петь так же круто, как ты? Во-первых, включить диктофон. А второе, это спуститься в описание, где уже для тебя приготовлены мои самоучители по гитаре и по вокалу. Да, между прочим, можно к ним заглянуть. У них вкусно пахнет. У них вкусно пахнет. Давайте мы это сделаем. И давайте мы это сделаем. Правильно. Девчонки, привет. Можно с вами небольшой видосик снимем? Называйте песню, я ее пою и все, в принципе. Да. Hurts. Hurts? Да. Русские, русские, пожалуйста. Я этот. Я не знаю. Да знаете вы, каждый день что-нибудь новое слышите. Тренды там, что-нибудь русское. Давай. Не-не-не, стрекло. Ого, давай. Поздно. Гори можем. Гори, твое фото гори. Все, что ты мне дарил, я не буду скучать. Гори, твое фото гори. Все, что ты мне дарил, я хочу закричать. Гори, как долго не спать, как долго страдать. И не делать уроки, папа с мамой в шоке. Ведь я уроки делала всегда исправно на пятерке. Гори, твое фото гори. Все, что ты мне дарил, я не буду скучать. Фото гори, все, что ты мне дарил, я хочу закричать. Гори. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Пока. Пока. А может оставишь инсту? Нет. Парень есть. Даже замужем. Хорошее дело.
Пока. Хижина музыканта. А что мы сегодня будем только это все? Здравствуйте. Мы ходим по павильонам, записываем такое веселое видео, все соглашаются, и вы тоже. Какую-нибудь песню назовите, я спою вам и все. Ну, понятно. Очень занята. Приветствую. Вы заняты, да, Дима? Занята? Да. Чем? Перепиской? Если не сложно, назовите какую-нибудь песню, спою кусочек. Ничего. Сансару, давайте. Сансару? Хороший выбор. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама. Спасибо за заказ. Понравилось? Круто. Я тебя смотрю. Смотришь? Да, красавчик, красавчик. Где именно? А? Где на именно? YouTube? На Ютубе? Да, а ты еще где-то еще есть? Ну так ты везде есть, там везде? По чуть-чуть в инсте, там в ТикТоке, да. Красавчик. Я тебя, ну, брат. Мне да, подожди, давай что тоже попадешь. Нравится? Тогда еще круче. Просто называешь песню, и я ее пою. Так, ну да, я знаю правила. Хорошо, игру знаешь. Я же себя смотрю, давай Виктор Цоя. Давай, какую? Давай, знаешь, что я хочу? Звезда по имени Солнце. Звезду? Самая, да, тема. Так, возьмем. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Красавчик просто. Давай, очень, пока. Спасибо, давай. Ну, за нами идут, за нами идут. Дорогие друзья, на этом наш эфир подошел к концу, потому что за нами идут два охранника. И вот Гном Гномич станет защиту нас. Это был самый лучший шоу. А? У нас же не акция. Телефон же? На гитаре только с разрешения администрации. Да. Разрешение на любительскую съемку не требуется. Нет, а играть на мне гитаре... Мне лично не нравится то, что ты меня снимаешь. Ну что? Если что? Это общественное место, вы пришел от меня не снимать. Я вас снимаю. Гитару вы играете, правильно? Да. Нельзя играть. По чуть-чуть же. Типа не концерт устраиваем, как вы думаете? Уважаемый. Шишов Олег. Да? Добрый вечер. Сейчас каждому будем что стану говорить. Это общественное место. Раз. Это любительская съемка. Два. И согласованные 10. Только через администрацию. Любительскую съемку снимаете. Спокойненько. Мы же разговариваем, но будьте любезны, вы тоже так же. Согласны? Я попросил вас прекратить. Во-первых, встаньте, пожалуйста. Ну, сидеть. Это выставочный элемент. Ну? Вам нельзя там сидеть. В смысле, это фотографируется, да? Же можно? Это выставка, это не фотография. Фотография вон там. Понятно. Пожалуйста. Понял, благодарю. Все. Играть не играйте. Ребят, окей. У нас разрешено играть. Любая съемка, любое мероприятие. Снимать, снимайте. Миги проводятся без проблем с согласованием. Вообще без проблем. Ну да, ну у нас не концерт просто, а мы так. Ну я понимаю. Позабавиться на видос. Снять. Я поэтому... Никто не может ограничивать в действиях. Он обычный охранник, он не полицейский. Он может делать замечание и вызвать полицию. Вот все. Но по сути в ТЦ нельзя петь, я так понимаю. Или это он придумал? Нет, как ты можешь петь. Есть, да, понял? По идее нельзя что, садиться на стульчике в ТЦ. Это же должно прописано быть тогда, каждое действие. Есть ты можешь пункт? Запеть вот так. We wish you a Merry Christmas. Без гитары? Да. Ну да. А гитара что, является нарушением? Нет. Ну вот, уже. Они ушли, они понимают, что они тоже неправомерно это тоже причастны. Они давно за нами следят, видимо. Булат это хотел, этот кадр, и он его заслужил. Нам нельзя выключать камеру, иначе нас это... Иначе нас отпинают. О, привет. Привет еще раз. У нас уже проблемы с охранниками. Были. Типа петь нельзя. Да ладно. А как о чем тут плохого-то? Вот именно, мы не знаем. Вы же контент делаете. Мы тоже ютубом занимаемся. Да? У нас детский канал. Какой, Куян?
Откуда знаешь? Это очень экстремально. На улице даже проще снимать, ребят, потому что там ты можешь убежать. А мы тут в гардероб вещи сдали. Сейчас я не знаю, как мы туда доберемся. Мы придем, а наших одежд может и не быть. Поэтому, ребята, я думаю, мы заслужили 50 тысяч лайков. Обязательно лепите. Второй выпуск, скорее всего, выйдет, только если вот вы постараетесь. Это очень нужно сильно нас убедить, чтобы мы сюда еще раз заявились. Камеру меня снять. Типа со мной был Булат. Песню просить спеть. Да? Да. Заказывай. Ну давай, от охранников ты будешь отбивать.